Друзья, всем привет! Мы находимся в магазине Fix Price по адресу Академика Королева 10, Челябинск. Сегодня я планирую показать косметику, которая есть в этом магазине, а также пришедшие новинки. Буквально совсем недавно появилась нежная пенка для умывания лица от Nivea 220 мл за 199. Также Fix Price может порадовать огромной серией косметики от Sendo. Бюджетные гели для умывания по 55, а также тоники в составе АХА-кислоты. А на этой полке располагается много кремов. Очень выгодно стоит крем от Nivea 300 мл 199. Также обратите внимание на крем Himalaya. Здесь же от Sendo пилинг пэды по 99. И гель от Nivea стоит 199 рублей. Здесь всего 100 мл. Но одна такая банка должна заменить два крема. В этом году бренд Nivea просто заполонил Fix Price. Это тоже крем, он в жестяной баночке. Супер милая новогодняя упаковка. 150 мл за 199. Также в магазине представлена бюджетная мицеллярная вода. Я пользовалась Fresh Face. Не для стойкого макияжа, за 77. Заметила, что Fix Price выставил кружечки по 77 рублей. Объем 370 мл. Фарфор. А на этой кружечке другой узор, слоненок. И вокруг него цветы, подарки, поздравления. Всего в магазине три варианта. И на последнем енотики. Прошлогодние игрушки, точнее это набор с полотенцем. Золотая елочка и надпись «С Новым годом» по 55. Лаков для ногтей безумно много. Эти лаки лечебные, 11 мл за 55 рублей. Надписи на всех разные, например, восстановление, смягчение и укрепление. Также есть быстрая сушка, бесцветные и с оттенком. Если вы собираете бьюти-боксы для Нового года, то туда отлично впишется блеск для губ, бальзам для губ от Nivea. Такие бальзамы стоят 77 рублей. Вариант с маслом авокадо, жожоба, дерево ши, а второй с ароматом вишни. Кроме лечебных лаков есть еще цветные. Именно с такими надписями мне очень нравится, быстро сохнут, легко наносятся и ровно ложатся. Можно найти как обычные варианты, так и блестящие. Все эти лаки стоят по 55 рублей, а это второй вариант этого же бренда, но я его не пробовала. Буквально, наверное, месяц назад пришли бальзамы для губ в упаковке макарун, аромат апельсина, стоимость 77. В этом магазине нашла всего три варианта: апельсин, яблоко, банан, но вроде бы их было 4. Крем-масло для губ, однородные рецепты. Фитокосметик, стоимость 55 рублей. Питательный, мятная облепиха. Покопавшись, удалось найти тушь стоимостью 77 рублей, черная. Такие упаковочки бывают в трех цветах, но они все черные, даже не знаю, в чем разница. Еще вы найдете вот такие туши. Производитель все тот же, Джан Мишель, 77 рублей. И их вы найдете просто в огромном количестве. Напишите, пожалуйста, свой отзыв, если их тестировали. Единственная тушь, которая стоит 149 рублей, от бренда Evelyn. Я когда-то тоже покупала эту тушь, не скажу, что она мне очень понравилась, быстро показалось, сохнет. Зато от всей души могу посоветовать этот лайнер, подводку для глаз в черном цвете. Он выглядит как фломастер, стоимость 77 рублей. Мне кажется, я в принципе благодаря ей стрелки научилась рисовать. Блески для губ, у них разные названия, стоимость 77 рублей. Также много оттенков, красные, розовые, бежевые. Я покупала два варианта, особой разницы на губах не заметила. Чистая линия радует нас масочкой, и не просто масочкой, а двойной, для разных зон лица. Цена масочки 55 рублей, и мы подобную видели в Ашане, но она была черная, а не розовая.
Еще хотелось бы выделить альгинатные маски стоимостью 99 рублей. В данном случае матирующие, но они бывают разные. Прекрасная, выгодная цена. А также в магазине можно найти пузырьковую маску. 3 в 1, очищение, массажный эффект и избавление от акне. Также в продаже есть еще маска питания, и их стоимость 50 рублей. 2 варианта спа-ухода для ног. Одни носочки стоят 99, другие 149. Тестировала те, что дороже. Мне понравился эффект, правда, в течение нескольких недель ваши ноги облазят. Знакомые пробовали первый вариант. В принципе, та же самая история. Я так понимаю, разница только в форме. Производство Корея. Я была бы рада такому подарку. И этот же производитель еще делает перчатки. Стоимость 99 рублей. Вот их тоже интересно протестировать. Напишите, пользовались ли вы. Интересная задумка. Это ночной крем гиалурон для лица и шеи. И расположен он в шприце. Стоимость 55 рублей. И такой же есть дневной. Гидрогелевые патчи для зоны вокруг глаз, 10 штук за 99 рублей. Производитель Флорисан. Гиалуроновая кислота замедляет процесс старения вокруг глаз. В подарочный бокс, конечно же, можно добавить носочки. И вот новый вариант за 199. Носки представлены с 35 по 38 размер. Снаружи 83% акрила, изнутри 99% полиэстер. Внутри они точно такие же, как по краю, пушистые. В магазине вы найдете 2 варианта с оленями, черный и серый, 4 расцветки с зимними узорами и в голубом и розовом цвете носки полосатые. Совсем немного на полочках осталось крема от Etude Organic стоимостью 99 рублей, в нем всего 45 мл. Второй вариант — это крем-спасатель. Помню, был третий, но в этом магазине его разобрали. Я не устану повторять, что на этот крем самая выгодная цена именно фикс прайс, 77 рублей. Увлажняет, питает, защищает кожу. Что-то я не видела ранее в продаже антиперспирантов Axe. Берите, девочки, на заметку, им можно порадовать мужчин к Новому году. Никаких намеков, цена 149. Зеленая увлажняющая маска-пленка с алоэ. Стоимостью 99 рублей. По инструкции ее держат 20-25 минут. Все варианты показывала в одном видео и оставлю вам подсказочку. Жидкие патчи для глаз хоть и стоят недорого, но я не слышала о них хороших отзывов. Если вы не согласны и пробовали, вам понравилось, напишите свое мнение. А это буквально новинка, которой пару дней. Все туши черные для придания объема за 77. Обнаружила новый вкус эко-ботаника, шиповник, мед и витамины за 51. А также в продаже здесь есть блюдо 2-литровое, белое с золотой каемкой. Как раз для новогоднего стола за 199. Максимальная температура 120 градусов. Наимилейшие варежки, безумно мягкие, за 199 рублей. В этих варежках у вас появляются лапки, а центральная часть сделана из эко-кожи. Внутри они тоже пушистые и тепленькие. В этом магазине откопала 3 цвета, розовый, белый и коричневый. Даже этикетка очень милая. И, конечно же, состав 100% полиэстер. А какие милые носочки! Согласитесь, очень похоже, что их связала бабушка. В составе 94% акрила и снизу прорезиненные. Есть несколько вариантов с мишкой и 1 вариант с собачкой за 199. А на этом мое небольшое видео сегодня заканчивается. По традиции я благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал. В следующий раз, я уверена, нас ждет еще больше новинок. Всем хорошего настроения. Пока-пока!